Группа туристов из Зеленогорска попала под лавину в горах Бурятии. Есть погибшие. Трагедия произошла накануне, снежной волной накрыло 5 человек. Двоим туристам удалось выбраться самостоятельно. Они вызвали спасателей. На поиски остальных потребовались почти сутки, но в живых не осталось никого. Сначала спасатели нашли одного погибшего. Тела еще двоих обнаружили днем. Все участники похода – жители нашего края. Они были опытными альпинистами, заранее оповестили МЧС о своем маршруте и собирались подняться на высшую точку Саян, гору Мункус-Ардык, на высоту 3490 метров. Лавина сошла в районе перевала Горелого. Возможной причиной исхода снега сейчас называют землетрясение, которое произошло на границе с Монголией и могло добраться до Саян.